зовут Мария Калякина. Я тружусь в международной финансовой компании «Аль-Пари». Я могу много рассказать об инвестициях, о рынке Форекс и о фьючерсном рынке. Но сейчас я здесь, в Казани, на соревновании РЗРК, потому что я ничего не знаю про квадроспорт. Я хочу узнать, почему этот спорт набирает популярность в мире и почему компания «Аль-Пари» выбрала для спонсорства именно квадрики. Дорогая прекрасная рыжая к нам подъехала. Мы сейчас зададим ей несколько вопросов. Из вас идет такая женственная энергия. Я не понимаю, как может такая женственная энергия сочетаться вот с таким крокодилом. Нужно нажать педаль тормоза. Я комментирую. Я нажимаю педаль тормоза. Серьезно, мне очень нравится. Мне кажется, когда я выйду замуж за олигарха, сначала он мне подарит Мерседес, а потом квадроцикл. Твою налево! Слушай, она в левую сторону поехала, да. Я думаю, до Тольятти точно, в наш город. Вы будете это снимать? Я не знаю, отвернитесь. Видите, я не алкоголик. Видите, вот видите, желтая полосочка. Я не алкаш, я не алкаш. Да, мы за рулем, это опасно. Спасибо. Понимаешь, что женщина может все, понимаешь, вообще все. Абсолютно. Это волшебно. Отлично. Грязь, адреналин и мужчины. Это то, что мы видим здесь, сейчас. Дорогие зрители, участники, алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать? А? Импотируем. Так, сейчас я проберусь. Очень рада познакомиться. Мария, Алексей. Как вы себя чувствуете среди конкурентов? Да, очень хорошо себя чувствую среди конкурентов, потому что мы едем на новом Маверике X3. Я уже посмотрела. У которого конкурентов, я думаю, здесь будет. Другие Маверики X3, ага. Не более. Ну, не будем загадывать, время покажет. Подбираемся к РЗРовскому номер 165. Ты сегодня собираешься взлетать? Если получится. Он не получится, так прыгнул. Круто! Душ, смотри, обалдеть. Это чтобы грязь смывать. Наверное, как-то так. Погодка на самом деле не для душа под открытым небом. Вот сюда поближе. Давай. Грязевой дождь!
деньги? Что такое деньги, по-вашему? Ну, как вы не знаете, что такое деньги? Расскажите мне. Это банкноты. А как вы думаете, хобби, чтобы таким заниматься? Нужно знать обязательно. Нужно обязательно знать. А где вы храните свои деньги? В чулке. Я думаю, что нужно инвестиции держать в нескольких портфелях. Диверсифицировать риски. Ну, в том Правильно. Числе. Правильно, я согласна с вами. Очень такой конструктивный диалог. А что вы знаете про золото? Я знаю, что оно всегда ценится. Слышали про компанию Альпари? Да. Что слышали? Что слышали? Брокерская компания. Точно, международный брокер. Да. Была даже как-то у вас на кинопоказе в Ижевске есть. У нас она тоже. Да, в Ижевске тоже есть. Мы вас всех здесь ждем. Компании Альпари отдельный респект. Надеюсь, мы скоро о вас узнаем гораздо больше. Так же, как и мы узнаем о квадрогонках. Трасса квадрогонок такая же, как волатильность на финансовых рынках. То вверх, то вниз. И это еще одна причина, по которой Альпари стала спонсором квадроспорта. Здесь есть все. Энергия, движение, драйв и, конечно же, скорость. Все то, что есть на рынке Форекс. Играйте на Форексе, торгуйте. Все будет классно!